Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас я быстро-быстро отвечу на вопросы моих зрителей на канале YouTube. И сразу скажу, что даже вот так отвечая в таком быстром режиме, я не успеваю ответить на все вопросы. Вот начинаю с последних и докуда дойду. Время идет очень-очень быстро. Я сейчас замечу время. Так, 38. Чтобы не больше 10-15 минут, чтобы вас не задерживать. Конечно, бывают вопросы, которые действительно не терпят отлагательств, на которые хочется ответить сразу же и моментально. Но очень много вопросов, на которые смысла нет отвечать, которые одно и то же. Зачем сеете так рано? Зачем сеете так рано? Почему? Зачем, например, вот у нас весна уже скоро, оттаяли прошлогодние мухи, откуда-то летают, значит скоро весна. И вот такие вопросы я сейчас буду пропускать, и сразу извиняюсь перед всеми, буду пропускать все вот комментарии, спасибо вам за видеоурок, потому что я все читаю, я вам очень благодарна, что вы смотрите меня, поддерживаете меня, но вот эти сейчас прочитывать не буду, именно для экономии времени. Всех поздравляю с крещением, с прошедшим старым Новым годом, он был недавно, но вот у нас крещение у меня, это уже начало посевной, сегодня я показывала, что я уже замочила некоторые семена перца. И сейчас опять пойдет масса вопросов, зачем так делаете рано, зачем мучаете растения. Я растения не мучаю, у меня просто есть все условия для выращивания ранней рассады. Сейчас я поставлю их на стеллаж, повешу лампы свои подсветка. Как только они чуть подрастут, буду выносить в придомовую теплицу. Только ради того, чтобы создать своим растениям вот такие идеальные условия. 8 лет назад я с барабанным боем уговорила мужа повредить дом, вырубить дверь прямо в огород. Не всякий на это пойдет, но я, как вот очумелая огородница, я настояла, что мне нужна дверь, выход в огород, нужна придомовая теплица для того, чтобы рассада вот как только... Вот у нас сегодня уже плюс 20 в теплице, и вот как только у меня сейчас появятся первые всходы, я вам буду показывать. Я буду ее в теплицу выставлять, она будет принимать солнечные ванны, вот такая будет. И для меня это не рано. Но опять же, я всегда говорю, по мне равняться сложно, потому что я свободный пенсионер, я полностью занята своими посадками. Если вы работающий человек, я сразу оговариваю, что садить рано, нужно садить такие-то сроки, но я сажу, потому что вот я могу, умею и хочу. Все, начинаем. Марта Светличная пишет, вот буквально только что, Ольга Павловна, а лук садить я не поняла, не в теплицу, но это... К сожалению, к старому, к осеннему видеоролику посевка лука под зиму. Сейчас ни о каком луке мы еще не говорим. Это я говорила о подзимных посадках, но люди не всегда понимают. Сейчас посмотрели, думают, что сейчас... Смотрите, пожалуйста, на даты, когда выпущен этот видеоролик. Вот к видео, к свежему, протравливать семена марганцовки, Лариса Горянова пишет. А как долго можно хранить маточный раствор марганцовки? Везде пишут специалисты, что лучше всего готовить перед приготовлением. Она самая так резкая, самая свежая, самая будет действенная вот эта обработка. Я, если честно, стараюсь не хранить. Если у меня там чуть-чуть что-то останется, я развожу и в какой-то грунт, который у меня проблемный, может быть, под вопросом, выливаю. Так. Вот пишет к осеннему тоже видео Надя Королева. Оля, отдельное спасибо за десертные томаты. У меня был рецепт с желатином, столько мороки. Ваш рецепт умно упрощен, в готовом виде не отличается, очень вкусно. И тоже делаю с луком. Это вот к тому, что некоторые девушки спрашивают, не лишний ли там лук в десертных томатах. Нет, он не лишний. Вот люди, кто повторяет рецепт, они говорят, что лук там как раз кстати. Вот про быстро и бесплатно делаем стаканчики. Было видео в прошлом году. Написано, очень хорошо делать на бутылке стаканчики из листьев. Да, вот сейчас наступит весна, я буду показывать, как я делаю стаканчики, потому что нынче те, которые я посеяла семена для проверки всхожести, они у меня так хорошо все взошли дружно, и такие здоровенькие, и такие хорошие, и уже тут в их защиту пошли комментарии, что не выбрасывайте их, попробуйте дорастить. И вот, чтобы дорастить вот эти вот посевы, которые уже у меня один настоящий лист, мне придется, конечно, делать стаканчики. И хорошо вот у этих коротышек я могу такие стаканчики использовать, там полторашку или что. Но у меня там проблема в том, что есть еще Казанова, который уже сейчас вот такой, а будет он двухметровый. Я буду делать стаканы вот такие вот длиной из картонки и буду вам все показывать.
как создать томатам, даже рано посеянным, такие условия, чтобы они не поняли, что они вот в чем-то обделены. Так. И вот она же пишет, я еще в советское время их делала. Спасибо, что напомнили. Вот у меня мама тоже делала, она и шила на машинке вот эти стаканчики из целлофановых там, ну, из обрезков целлофана. Вот пишет Тамара Церковная, третий день ищу прошлогоднее видео о Привикуре, не могу найти именно то видео, где подробно написано, сколько подержать семена, расскажите еще раз, пожалуйста. Я обязательно буду рассказывать, потому что Привикуром буду нынче пользоваться, обязательно, он очень облегчает, освобождает вот эти трудозатраты, убирает лишние, освобождает время, много свободного времени. Обязательно расскажу, потому что этот средство, препарат, он не очень знаком, и он больше всего как на профессиональном уровне люди им занимаются. Я узнала о нем сама всего 4 года назад. Всю жизнь выращивала и не знала, что такое Привикур Энерджи. Но оказался такой хороший, мне подходящий препарат. Вот кто на продажу, массовые, они все им пользуются. Буду обязательно рассказывать. На следующей неделе, скорее всего. Пишет Ольга М. к этому видеоролику, как повысить плодородие грунта. Пишет Ольга, вроде вы раньше столько химии не использовали, или я что-то пропустила. Оль, я делаю обзорное видео и говорю, если у вас грунт бедный, можете добавить вот это удобрение, можете добавить вот это, можете добавить вот это. Я сама редко что добавляю, потому что я осенью готовлю изначально полноценный плодородный грунт, но не у всех людей такая ситуация. И вот эти вот то, что у меня там какие-то пачки, они уже по 2 года лежат, которыми я не пользуюсь. Но знать о них люди должны, потому что ситуации у всех разные. Я вообще мало чего добавляю вот этой химии, мало чего делаю обработок, но из-за того, что у меня не хватает времени. У меня на все это не хватает времени элементарно. Может быть, я что-то и добавляла бы, что-то улучшала бы. Я также не делаю почти подкормок рассаде. Я не делаю подкормок таких полноценных именно по графику, как нужно в огороде. И поэтому у меня использование химии вот минимальное, вообще не знаю, как, когда и как, что я, может быть, раз в год применяю. Но все эти средства мы должны знать на крайний случай. Кто-то применяет, кто-то не применяет, но на крайний случай все это должно быть. Также вот я скажу про эту промячную селитру. Я ее почти никогда не применяю, но у меня лежит упаковка уже несколько лет, потому что я знаю, что на случай подмерзания, на случай, вот, например, весной какая-то такая ситуация, что нужно помочь растению нарастить зеленую массу, чтобы он догнал других, то лучше, чем селитра, ничего не помогает. Но у меня не было таких случаев, и я ни разу ее не использовала, и она лежит вроде как и ненужная, но лежит все равно. И показать ее могу, и рассказать о ней могу, потому что у многих людей бывают такие ситуации. Вот бывают, сидят такие замурыши, и ничем их не толкнешь, им нужно дать толчок. Они сами вот замерли и сидят. Поможет только селитра, вот именно азота, содержащая весной, для наращивания зеленой массы. Ничего страшного в этом нет, если есть ситуация такая, и ее можно исправить с помощью вот этих минеральных удобрений, которые в магазине покупаем. Да ради бога. Потом, если вы весной примените, до осени все уже там вымоется, выветрится, ничего там не останется. И мне кажется, что это мифы и легенды вот о таком, о чрезмерном вреде вот от этих удобрений. Поверьте, в магазине продукты, состав продуктов намного вреднее, чем вот состав этих препаратов, которые мы используем. Так, протравливать семена, пишет Зарифа Белина, я имею в виду, чем лучше. Но это опять, ну, про марганцовку, это опять же, начиная сначала. Если вы уверены в качестве грунта, достаточно полить фитоспорином. Если не уверены, вот как девушка одна пишет, 4 года не могу вырастить вот из-за плесени, из-за всего на грунте, тогда протравить марганцовкой. Я не могу вам сказать лично вам, вот делайте этим средством и все. Оля, а фитоспорином не лучше ли обеззараживать и землю, и семена? Вот она же пишет, что Залифа Белина. Это зависит от вашей земли и от ваших семян. Если у вас обстановка с грунтом и с семенами благоприятная, достаточно фитоспорина. Если нет, то многие семена обеззараживают марганцовкой, тогда уже 100% гарантия. Так. Ну тут про пасынки Наталья Панкова пишет. Я работаю 7/7, сколько листьев, сколько пасынков нужно убирать одновременно. Наташ, сейчас о пасынках, вот даже жалко время на пасынки тратить. Если вы все посмотрели 17 видеороликов о пасынках и что-то не поняли, я буду позже, когда уже будет, ну,
в грунте реальная рассада, я буду показывать и буду все рассказывать. Сейчас даже время жалко, сейчас мы про посевы, про обработку, про посевную. Сейчас даже в это включаться в эту тему, эта тема тоже пасынки, она же такая обширная. И про пасынки я не буду отвечать, извините. Так, очередное открытие, здорово. Вот, про фитоспорин вчера, как его правильно развести. Галина Мельникова спрашивает, как долго хранить как правильно хранить маточный раствор. Из-за незнания я не развожу весь пакет, а делю на 4-8 частей. Ну, короче, она частично разводит, чтобы он не испортился. Не бойтесь, Галь, вот вы не бойтесь, если вы... У меня я развожу один раз, иногда одну, иногда даже две бутылки, ставлю просто в гараж или в предбанник. У нас там нет окон, и он стоит там до осени. Качество он своих не меняет. Самое главное, не допустить оплошность. Вот вышли, развели, не оставить его на солнце, не бросить эту бутылку. И тут же у меня спрашивали, предохраняет ли темная бутылка вот, от солнечных лучей. Я врать не буду, я не знаю, достаточно ли этого или нет. Я просто уношу все в сарай. Я вот, например, вышла, ну, день поработала, там, что мне надо. В пакет все складываю из сарая, выхожу. У меня там все эти, ну, что мне нужно, эти стаканчики, бутылочки. Я налила, разлила, в пакет все это собрала, унесла, раз, в сарай опять поставила, все. Может быть, неделю, может быть, две недели мне эти не нужны будут бутылки, они там стоят в темноте. И, кстати, вот сейчас я скажу, что век живи, век учись. Сегодня дополнительную информацию начала смотреть про эпин, потому что эпином, я сейчас рассказывала, что я фитоспорином обработала семена перца, потом будут в эпине. И, о чудо, после многих лет использования эпина я узнала, что у него... от солнечных лучей, от солнечного света происходит распад. Все, он теряет свои свойства полностью. Я много лет уже работаю, я нигде не видела вот этой записи на пачках или где-то. А это я инструкцию производителя там семян начала поднимать большую. И вот именно оттуда узнала, что изначально было японское средство, но уже 15 лет как японские не продают, начали наши русские, российские производители производить, что концентрацию они разбавили в 10 раз, японское было в 10 раз концентрирование, и вот там именно я нашла, что под воздействием солнечных лучей препарат распадается, все полезные свойства теряются. Да, я знала, что эпин нельзя рабочий раствор хранить, что нужно его применять в день разведения. Вот развела, например, я с семенами поработать, все, оно 2-3 часа, 4, и оно все меньше и меньше, а потом сходит на нет. Но про солнечный свет я вообще не знала. Представьте, что я делала. Я работаю вот за этим столом. Я развожу вот эту полторашку, например, эпина там. Ну, когда я ставлю вот сюда, или ставлю, бывает, даже на окно, когда тут март, солнце, день, естественно, оно у меня стоит на солнечных лучах. И теперь я думаю, вот все, что я делала с эпином, может быть, он у меня вообще не работал. Раз он распадается, распад происходит очень быстро, вот на солнце его раз, и он сразу... Я знаю, что солнце прекрасный дезинфектор. Вот у меня, когда какие-то проблемы с рассадой на ранних сроках, если чуть там плесень какая-то появляется, вот такое нехорошее, я выставляю вот в придомовую теплицу на один день, все, убивается все, заносишь, никакой плесени, ничего, ни грибков. Ну, короче, все подсушивает, это ультрафиолетовые лучи. Но оказывается, вот эпин у нас тоже такой нежный, что он распадается под действием лучей. Вот теперь надо ставить, значит, не на стол, развел и ставить под стол. У меня вот здесь прям солнце яркое днем. Вот тоже опростоволосилось. Это называется век живи, век учись. И откуда-то из недр достаешь информацию, и потом оказывается, что много лет ты был неправ. Вот Марта Светличная пишет про... Ну, это про огурцы не буду, тоже еще очень рано. Вот Людмила Халепова, интересный тоже комментарий, пишет. Мне кажется... Правильно сказать, обработать грунт фитоспорином, а не протравить. Вот сейчас мы, хоть это и не важно, вот так не очень важно, я сейчас скажу, почему я говорю, что протравить именно, а не обработать. И почему все-таки он протравливателем считается. Вот смотрите, у нас две группы. Одни препараты у нас именно протравливатели, а другие мы обрабатываем, как стимуляторы, все. И вот особенно начинающие, они больше других понятий, ну как, у них вот черное и белое, они больше не подразделяют. Если скажешь, например, протравить, они знают, что это убить болезнь. А если скажешь обработать, они знают, что это значит повысить иммунитет, там, повысить всхожесть,
ну вот все вот это вот улучшить состояние семени и будущей рассады. И поэтому я зачастую про фитоспорин говорю всегда протравить, чтобы люди, особенно новички, понимали, что это именно от болезней, а не для стимуляции, не для всхожести, ничего. Поэтому он относится к группе протравливателей. Ну, это я так говорю, чтобы люди понимали, чтобы они не путались, чтобы не приняли его за стимулятор. А вообще, если вот ответить Людмиле Халеповой, я сейчас вам скажу, я специально нашла старую статью у себя, я тоже, когда про фитоспорин всю информацию собирала, вот здесь написано, что фунгицидные вот эти препараты, а он именно биофунгицид, это химические вещества, способные подавлять развитие возбудителей и все. И начинаем вот от латинского слова фунгус – это гриб, и второе – гетто – убить. Значит, он все-таки убивает. Если он фунгицид, значит, это все-таки протравливатель. И слово «протравить» здесь подходит идеально, потому что он не стимулятор, обрабатываемый. Обработать – это одно, а обработать и убить – вот какую-то, это все-таки протравить. Так что я думаю, что можно и обработать, можно и протравить. Но вот тоже на такие замечания тратить время не очень хочется, когда вот мне кажется правильнее так сказать. Ну как сказала, так и сказала. Но я вот просто хочу объяснить, почему я так говорю. Я его считаю действительно протравливателем, раз он что-то там убивает. Это уже не обработка. Это уже травля вот этих вот болезнетворных. Ну, можно сказать и обработать. Так, пишет Марта Светличина. Спасибо, у вас на канале, получаю все ответы на мои вопросы. У меня было бы время, я бы вам все рассказала, но это очень долго. Я вот сейчас и то, по-моему, уже много разговорилась. Так, а вот про фитоспорин опять. Я показала, как я разрезаю на кусочки в бутылку и там вот так. Пишет Ольга Ким. Спасибо. Вилкой в пол-литровой банке отлично растворяется. Оль, вы понимаете, да, в пол-литровой банке хорошо растворяется. Но, во-первых, объем, который я растворяла, 400 мл, это уже полная банка, пол-литровая почти. И объем вот этой пасты 200, это уже 600. Как вы в пол-литровой банке растворяете, я не знаю, частями может быть. И другой вопрос. Когда мы растворим, да, вы думаете, я не пробовала растворять в широких емкостях, во всяких, да, вот в этих бадьях, в чашках. Да, его можно там рукой помочь, перемолоть, все это быстрее, все. Но когда вот эту вот вы сделаете густую, как деготь, даже в банке, ее же надо опять куда-то переливать для хранения. Потому что я не думаю, что вы фитоспорин в банке с широким горлом будете каждый раз открывать. Это опасность опрокидывания банки, тем более в стеклянной банке никогда вообще не храню. Опасность того, что она может разбиться. И вот в большой банке, в широкой, я тоже растворяла, но потом, когда переливаешь... Во-первых, вся эта густая масса, она на стенках банки остается. Как вы ее потом выскребаете, я не знаю, как вообще потом что с банкой делать. Я посчитала вот тот метод разведения фитоспорина в больших емкостях, он очень неудобный. Здесь, во-первых, экономично и практично. Ни одну грамму пасты у меня не теряется, ни на каких стенках не остается, во-первых. Во-вторых, эта пластмассовая бутылка, она удобна в применении. Я ее не раз за сезон роняю, она у меня укатывается, скатывается. Это безопасно. Во-первых, я в огороде никогда почти стекло стараюсь не применять. Так. Пользуюсь в виде пасты. Катерина Клементьева пишет. От фитофторы эффективен по листу обработки. Проливала землю в теплице, не понравилось, потому что эффекта не увидела. Но здесь вот опять и многие пишут, что не вижу эффекта от фитоспорина. Но тут если вспомнить о том, что он боится солнечных лучей, что вот про все эти, про условия, которые мы должны выполнять для того, чтобы он был именно живый, а не все, то может быть, я допускаю, что некоторые люди, может быть, обрабатывают во время солнечного дня, может быть, хранится где-то на солнышке. Ну вообще, одна половина говорит, что не видит эффекта, другая половина говорит, что на фитоспорине много лет она работает. Ну, в огороде обрабатывают и ничего. Тут, опять же, у каждого человека свое мнение. Где храните готовый раствор? Я храню, еще раз говорю, весной сейчас вот здесь, вот за этим. Дверь купе открываю, закрываю, там темно. Летом храню в сарае и в гараже.
Вот пишет Мария Нагул, под солнышко можно использовать темную бутылку? Я ей говорю, что я не знаю, я не могу вам это сказать, врать не буду. Тут пишет Екатерина Терентьева, девчонки, не умничайте. Ну вот кто пишет, что можно вот так развести, можно так. Можно просто взять майонезное ведерко, руки будут чистые, резать ничего не надо. А куда потом с майонезного ведерка деваете, я не знаю, мне кажется, неудобно. Это в такой большой широкой таре, это каждый раз вот ее открывать, вот это вот с трудом тут крышку. Каждому свое, каждый приспособился. Я пробовала и в банке, и в ведерке, мне это ничего не понравилось, потому что много по этим, по стенкам там размазывается. Пишет вот Ольга Усачева. Понятно, и с удовольствием вас слушаю. Вы случайно не педагог начальных классов в прошлом? Я не педагог, и даже не рядом, и не близко. По образованию технолог молочного производства. Так. Вот тут пишет Нина. При опрыскивании кустов, вот сейчас мы про фитоспорин все. Можно ли его соединять с подкормками? И Надежда Северина пишет тут же, что фитоспорин борется с полезными, содержит, с болезнями, содержит ценную палочку, но одновременно является подкормкой, потому что темный цвет – это гумат. Да, там добавлено гуми. Ну и вот Лариса Горбей, закончу на этом, потому что время уже много, пишет. Попробуйте против фитофторы, когда высаживаете помидоры, проколоть куст 1,5-миллиметровой проволокой медной. Берем проволоку 2 сантиметра от земли, прокалываем помидорку насквозь. Куст получает медь, для людей не вредно. Я про этот способ, конечно, читала, но это можно проколоть 40-60 помидорок. Вот можно проколоть даже 100 или 200. У меня в прошлом году было 2000 кустов помидорок. И мне, если еще прокалывать каждую помидорку медной проволокой, я вообще-то с ума сойду от обилия вот этих всех процедур посадкования, прищипывания, прокалывания проволочками, там, рыхления, окучивания прополки. Нет, я не буду прокалывать помидорки проволочкой. Но не потому, что метод недейственный, я даже не пробовала. Просто потому, что вот я, например, по своей загруженности, я не смогу это делать, это лишняя нагрузка на меня. Если кто-то хочет попробовать, попробуйте, нам потом скажет. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Я вот постаралась на свежие, вот про фитоспорин, про марганцовку, которые только что вчера, сегодня вышли, на свежие вопросы ответить. Конечно, вопросов огромное множество, но вы понимаете, что я не могу при